Добрый вечер, олень, уважаемый человек. Всем привет из Алании, друзья, 7. Что у нас? Еще не пристроился, апреля. Бегу, приехал Дмитрий из Эстонии. В конце видео всплывут ссылочки. Покажу, как мы в прошлом году, если я не ошибаюсь, сентябрь был, как мы гуляли с Дмитрием и с Эдвином. Как всегда опаздываю, я вот не могу даже объяснить, вот поэтому я не люблю назначать никакие встречи по времени, потому что на них всегда не успеваешь. Вот, знаете, как вот если бы не нужно было быть 8:30 там возле пандочки, я был бы там даже в 8, а так как назначил на 8:30, я уже опаздываю, уже 8:30. Сейчас хочу такой момент рассказать интересный. Переходил дорогу. Впереди мужчина, который перешел другую полосу. Я смотрю у него на, ну, между полосами, полосами. Короче, посредине между двух дорог у него выпало что-то с кармана. Но я не видел толком что, но вижу, что что-то такое существенное. И он вот тут вот со мной равняется, этот мужчина. Я его это кричу, он молчит, я же по-турецки не понимаю. Я его уже это хлопаю по руке, останавливаю, показываю, типа говорю, выпало там. Он возвращается, значит, лежит смартфон. И тут лежит смартфон, а вот тут стоит парень. И, ну, я не верю, что он мог не видеть, скорее всего, видел. Но лицо такое у парня какое-то, скажем так, странное было. Вот, и мужчина поднял смартфон, он даже мне не успел спасибо сказать, он начал наезжать на этого парня. Я так интуитивно чувствую, я-то не понимаю, что он говорит, но я слышу, что он парню, типа это, ну это я по-своему перевожу, чувство, язык чувств. Я понимаю, что он парню говорит, типа, ты что, хотел себе забрать, что ты меня не позвал, ты не видел, что у меня телефон выпал. Ну прямо вот буквально в 20 сантиметрах от ноги этого парня лежал этот смартфон. Ну вот, так что. Не, ну может, конечно, все может быть, вдруг он его и не видел, может быть все. Мало ли, ну в общем, мужчина этот на парня набросился. Я благодарности не получил, но она мне не нужна. Доброе дело сделал, да и ладно. Там все зачтется. Вон он. Алло. О, привет, а ты где? Мы ждем тебя возле панды, ты где? Ё-моё, а я иду и видео снимаю, рассказываю, что я ж не могу не опоздать, блин. И я, как всегда, опаздываю. Я возле Вайкики, сейчас буду через 5 минут. Это ты с его номера звонишь, да? А, о, слушай, Дим, не поверишь, я сейчас шел еще и подумал, думаю, наверное, Дима позвонит с телефона от панды, если я буду опаздывать. И ты берешь и звонишь. Все, давай, иду. Вот что я не озвучил, не поверите даже. Я буквально вот, ну, до того, как начал рассказывать про 8:33 время. Алло. А, еще раз меня набрали. Короче, перед тем, как начал рассказывать, я хотел... Не озвучил, я просто подумал, думаю, сейчас Дима, может, у Дима есть мой номер, я знаю. Но набрать он меня может только или с ресепшн. Или, думаю, если пандочка работает сегодня. А, мальчик в футболке. Я иду в зимней куртке, друзья. Ну, немножко мне тепло сейчас, да. Ну, так, блин, это зимняя куртка. Ё-моё, что-то со мной не то, я какой-то неправильный, блин. Местный ребенок. Я вот так вот одет, как эти парни сейчас, потому что я знаю, что через часа два будет градусов 13, а это довольно прохладно. Потому что у меня теплая кожаная куртка. Хотя в магазин я вот выходил, я вам показывал, солнышко светило. В магазин я выходил без теплой куртки, было нормально. Я сейчас немножко жарковато реально.
Так, максимально быстро мне надо прилететь. Не, ну реально, блин, честное слово, я вам клянусь жизнью своей. Вот подумал, только подумал о том, что вот Димаш может позвонить от хозяина пандочки ко мне. И, блин, Дима берет и звонит. Звонит и звонит. Тут пекарня вкусная в этом месте. Фух. Расстегиваюсь максимально. Дима уже скинул фотку, где Эдвин возле этого носа, как ее, клоун, да, фигура-то на променаде Клеопатровском. Так, друзья, нарушаем сегодня вместе со мной. Никогда не нарушайте, я это делаю не так, как вы по 100 раз в день, а я это делаю раз в несколько месяцев. А здесь мы уже идем красиво на зеленый. Фух. Да, Эдвину, короче, блин, Эдвин, сколько тебе лет? 6, наверное, да? Получается, каждый год, в общем, Эдвин растет, а этот клоун с большим носом, который все трут на Клеопатру, этот клоун видит, как растет Эдвин. Каждый год. Блин, это Мартин наш. Мартин, мне сейчас некогда. Вот куда он переехал, видите? Вон он, наш Мартин, ходит. Центровой стал. Татуху пришел набить себе. А я его там ловлю, сколько дней его нету. Так что с Мартином все нормально, он здесь. Ладно, буду знать. Я хотел начать снимать фрагментами, но раз уж так получилось, идем. Фух. Теперь мы уже... Не, жарко, потому что я бегу. Так бы было не жарко. Если бы я стоял, беспокойно шел. Так, пандочка, пандочка, где мне выйти? Лучше. Дим, я не хотел опаздывать, честное слово. Я не знаю, как так получилось. Это реально, вот просто это необъяснимо, понимаешь? В Турции что-то со временем происходит, и оно все по-другому здесь. Опаздываю не потому, что я хочу опоздать, а потому что мы назначили встречу на определенное время. Вот поэтому я встречи боюсь и не люблю назначать, потому что что-то происходит. Дома я всегда за 5 минут раньше приходил на любую встречу. Это вот именно особенность турецкая. Котейка, ты воду пьешь, что ли, там служится? У нас же есть вода там, по-моему. Фух, сейчас буду весь мокрый, приду. Сегодня будет Рамазан-городок. Кто-то из вас, может быть, увидит нас с Дмитрием, как мы придем щербет пить и концерт смотреть. На камеры ссылочки я в разделе сообщества оставлял. Так, максимально выруливаю, чтобы прийти сразу туда. Пандочки, улица Бара впереди. По ней мы не пойдем. Ага, вот тут я нырнул. Музыка. Фу, блин, жара. А где тут выход? Это мы в этот самый зашли, в Чайбахче. Так получилось, музыка. Улица сувенирная, пустынная. Я сегодня, если честно, не ожидал. Я Диме писал, говорю, наверное, пандочка не будет работать. Блин, куда я забрел? Потому что дожди. Ну, хотя я видел, что после 2 часов дня дождя нету. Не должно быть, как бы, по прогнозу. Фух. Фух, долетел. Не, на самом деле на улице прохладно довольно. Я это ощущаю. Просто что я лечу. Так, а где? Я заблудился, где пандочка? Или они реально не работают? Что-то я не понял. Или... А, не дальше сейчас, друзья. Пандочка сейчас немножко переехала. А где Старкрафт делся? Я только сейчас заметил, что у нас же нет Старкрафта.
Или вот он стоит, я уже запутался. Так, вот то светится пандашоп или нет. Или они уже реально сложились, я что-то не пойму. Нет, то не пандашоп. Стоп, я ничего вообще не сошел с ума. Неправильно я думаю, надеюсь. Я не вижу света в пандашопе. Может, они допоздна сейчас не сидят. Они ездят ночевать домой, возможно. Фух. Это у меня кросс был, друзья. Мы бежали довольно быстро. Уже ноги болят. Люди, вижу, стоят возле пандашопа. Но света там нету почему-то. Мокрый буду, прибегу. Это у нас орешки. Это мне сигнализирует фонариком. Сигналы подаю. Это, наверное, был Дима. Точно Дима на самокате. Я, вон пандочка сидит. Дима сидит, пандочка. Панда! Панда! Привет, панда! Панда! Это Дима узнал, Дима Гуля. Привет. Извиняюсь, я был бы не турком, если бы не опоздал. Да, понятное дело, турки. Фух, это... Но я не намного, да? Нет, мои там где-то гуляют. А я, он... прикинь, иду и думаю, Дима ж может позвонить. От... И ты берешь и звонишь, я в шоке вообще. Пандочка, привет. 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 Купили, да? Все, да. Сколько стоит? 25. Чего? Евро. 25 евро детский, да. Это детский называется, да? Он не электрический, он просто, нет, да? Просто, да. Самый обычный. Так, пошли искать ваши. Вон, а что света нету здесь? Вон идет. Они уже что ли уехали? Не-не, он приехал только недавно. Я не пойму, как они работают. Они ночью, днем, чего? Так, а где здесь свет? Где свет? Свет мне нужен. Добрый вечер, с прибытием. Эдвин, привет, привет. Звезда, скажи привет. Всем привет. Привет. Как дела? Хорошо. Как Аланя? Ты не замерз? Нет. Нет, это хорошо. Так, мне это... Надо... Экшамлар. Надо это, света тут нету, да? Ну, слово... Ё-моё. Это шокер, дырин. Дима, смотри, что у нас есть. Я уже поел. Сейчас, ага, спасибо. Сейчас, Дим, сейчас это самое. Мне надо, знаете, что сделать? Мне надо где-то свет. А зачем? Света нету у него уже, да? Или он только приехал, да? Да. То есть они будут... Ну, когда мы позвонили, он приехал. Не понял. Гвоздик или что-то похожее. Еще хорошо, когда зрение хорошее. Раньше я тоже видел мелкие буквы 50 лет назад. Все, разливай, Дима. Я пока смотри, как он красивый, красно-светон. Да. Красавчик. Пандочка, тебе не предлагаем? Панда не любит. И сейчас мы пойдем в Щербетный городок. Да. Попробовать. Это у меня купленный в Биме. Они разные производители. Он ВАЗ-101, Миг-Россия в Биме. Ну, в принципе, он везде вкусный, независимо от производителя. Она только трое будет пить. Да. А что ты три наливаешь? Нас много. А жена будет... Чего? Не, я думаю, вам понравится. Он вкусный. Ну, если нальет, попробуй. Вкусный напиток. Все равно мало налил, Дим. Я не буду. А что ты не будешь? А ты же даже не знаешь, что это. Ой. Это очень вкусно. Мы посмотрим на него. Да. Я понял, они боятся, что я их отравлю, короче. Так, давайте. За встречу, чтобы вы каждый год приезжали. И вам спасибо. Печенье. Этот вкуснее. Вкуснее, чем тот, который наливной, да. А что по вкусу можете сказать? Больше какие нотки? Имбирный лимонад. Да. У нас кстати, да, немножко похож, да, на имбирный лимонад, да. Имбирный лимонад. Вкусно довольно. Вот тебе понравилось? Да. Да.
Имбирь, да, прям очень. Интересно, красное, что красное, чего красное? Считал, ты там красный. Гранат, может, да? Нет, не гранат. Но хотя да, по вкусу вроде как из гранатового немножко сока. Вяжет. Друзья, на улице-то холодно. Я вот сейчас стою, я не жалею, что я в зимней куртке. Реально холодно, ветер прям холодный такой. Я, конечно, в шоке. Вы если приехали в январе, было лето, в феврале было лето. Март был относительно более-менее. Ну, сейчас это просто... Я второй день не выходил никуда. Я вот вечером только вышел, удивился, что солнце светит. Я в шоке с этой погоды. Ну, так, я так понимаю, что через 3 дня еще будет. Там даже град ожидается. Не, ну, днем будет 25 на солнышке, точно. Лишь бы, ну, оно все, вы приехали, я надеюсь, все нормально теперь будет. Прогноз резко изменится завтра, и все будет хорошо. Сейчас пойдем в ту сторону. Ну, еще мушмулы набрать, на. Будем носить теперь мушмулу. Спасибо большое, он мушмулу обещал. Че, Гузель, мушмула. 4 дня ждет тебя. У меня же дожди были. Так, ладненько, мы пока выключаемся, а потом мы там еще в том городке, когда придем. Концерт чуть-чуть посмотрим, да? Будем не сильно спешить. Все, вам хорошего отдыха, тепла. Спасибо. Эдвина потом еще днем покажем, рассмотрим, вырос он или нет, а то я пока не пойму. Ну, в принципе, я вас не видел полгода буквально, да? Сентябрь, октябрь. Да, полгода всего. Все, всем пока. Это Аланя, 7-е. И привет в Эстонию нашему другу Аре. Привет, Аре, тебе, привет. Привет. Да. Ждем тебя тоже. Инночка ждем, Инна завтра еще приезжает. Все, пока всем.